социальном шоссе, где детская площадка и спортивная площадка. Говорили в январе этого года, что будет для детей делаться. Эта территория сейчас так называемого казенного сада, она на кадастровой карте так и числится, казенный сад. Она именно называется казенный сад. Как нам показывали специалисты, она отрезана как парковая зона и числится как одна парковая зона до дороги Годыны и после дороги Годыны. Поэтому она будет реконструироваться совместно вместе с этой территорией в общем, так скажем, в общем ракурсе. Большой проект, и, ну, я думаю, надо в этом плане целое общественное слушание проводить, что хотели бы люди видеть в этом большом-большом парке. И в том числе как раз эта зона. Что сказано, что по детской или спортивной площадке, это отдельный разговор, конечно, его надо рассматривать отдельно. А, хорошо, мы просто рассмотрим вместе с вами до конца года этот вопрос. И непонятно, где.